уголовные дела, которые находятся на контроле у президента. Это в основном убийства, которые получили общественное звучание. Как они расследуются? Знаю, что у вас даже якобы появились хорошие результаты по тому убийству под Березино, которое, ну, просто, казалось бы, тогда нерасследуемо, и там результатов быть не должно. Оказывается, есть какие-то подвижки, хотел бы это услышать.